Твери готовится к открытию сезона фонтанов. На мемориальном комплексе «Город воинской славы» идет расконсервация объекта. Также специалисты будут обследовать состояние конструкций и подводящих коммуникаций после прохождения осенне-зимнего периода. На гидротехнических сооружениях установят демонтированное на зиму оборудование, проведут пусконаладочные работы, проверят состояние внутренних инженерных систем, отрегулируют высоту струй. Перед запуском фонтаны пройдут тестовые испытания, а затем поэтапно их введут в работу.